Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам покажу, как я готовлю морковь по-корейски. Для этого нам понадобится морковь. И вот такая вот заправка. Продается она в Пятерочке. Я ее брала уже не один раз. Мне она очень нравится. Классная такая штука. Вот ее добавил, и больше вообще практически ничего не нужно. Там здесь масло, специи, уксус. Здесь все есть. Все, что нужно, все есть. Чеснок я добавляю еще, все равно чеснок. Приступаем. Нашинковала я морковь, теперь ее нужно помять руками, чтобы она сок дала. Чеснок добавляю. Специи встряхнуть нужно сначала хорошо. Добавляем. Покажу вам поближе еще вот эту заправку. Очень классная, мне нравится. Попробуйте, я думаю, что и вам понравится. И быстро очень в приготовлении вот эта морковь по-корейски из этой пачки. Сейчас перемешаю. И для тех, кто любит с огоньком, можно добавить паприку. У меня вот здесь вот насыпана острая паприка. Я добавлю еще паприку острую. Я люблю острую морковь. Вот такая морковь у нас получилась. Посмотрите. Аппетитная, очень вкусная. Что хочу сказать? Она уже вкусная. Она уже даже очень-очень вкусная. Если у вас нет времени ждать или к вам пришли гости, ее можно сразу подавать на стол, она уже вкусная. Перемешивайте до однородной массы на 2 часа в холодильник. И всем приятного аппетита. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Я думаю, что вам очень понравится. И у вас тоже первое место займет на вашем столе. Быстро, просто и вкусно.